Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на ежегодной церемонии вручения премии «Акима города Темиртау» этнокультурным объединением. В Акимате города Темиртау представители этнокультурных объединений наградили премиями Акима города. В этот раз каждому из них были вручены денежные средства в размере 200 тысяч тенге. Стоит отметить, что мероприятие было приурочено к празднованию Дня Конституции страны. Я от всей души хочу поздравить вас и выразить вам благодарность за ваш плодотворный труд. Вы проводите большую, огромную работу по пропаганде своих традиций, обычаев, языка и укрепляете мир в нашем обществе. А это самое главное. В числе награжденных премией греческое этнокультурное объединение «Понтос». По словам руководителя центра, это большая поддержка. Все полученные деньги они вкладывают в благотворительность и общественные работы. Мы живем в такой стране, где чтутся все законы, соблюдаются, и все познается в сравнении. Я хочу сказать, у нас в нашей стране мир и согласие, вот это держится в какой-то степени и на Ассамблее народа Казахстана, которая является центром, центр объединения всех народов. И мы благодарны, конечно, нашему правительству, что мы имеем возможность в Казахстане изучать свой язык, свои традиции, внедрять свою культуру. Мы все на равных правах, у нас нет никакого ущемления. Мы настолько здесь считаем, что это свой родной дом. Вот я сейчас, побывав в России, я рвалась домой, потому что, ну хорошо, природа, все, красота. Но главное, это народ, это мой народ, это мои родные, которые живут здесь. Отметим, что денежная премия Акима присуждается этнокультурным организациям третий год подряд. Общая стоимость премии в текущем году превысила более 1 000 000 тенге. Юлия Исланова, Акерке Балкибекова, Сергей Баданин, Новости Темиртау.